суть эжектора заключается в том, что с помпы, у меня помпа 1000 литров в минуту, напор 30 метров. 30 метров — это значит, что если вы заткнете трубу, то будет 3 атмосферы. Вот. Из помпы подается в патрубок, который заужен. В данном случае он заужен до 22 трубы вроде, из 80-й. Помпа качает 80-ю трубу, сужается до 22-й. После сужения здесь возникает большое давление, здесь возникает большая скорость. Патрубок внутрь не торчит, не мешает входящему потоку. Отсюда подается то, что вы хотите перекачать, грязь любая, что угодно. Поток входит, здесь ему ничто не мешает, включая длинные палки. Я умудрялся большую палку выкачать. Ну и, соответственно, выход, к которому подключается пожарный шланг, и откачивается все это дело на берег. Я купил 100-й пожарный шланг, потому что он был дешевле, чем 80-й. А так достаточно 80-го. Все трубы 80-го диаметра. Вот так вот немного я тут почистил берег. Там вот тут яма выкопал. В ней вода еще не осела, надо ее откачать, посмотреть, что там на дне. Ну, закручивайте лучше, иначе получите вот такое.
Thank you.